Киев, 6 января 2019 года, Лепса, 19, между 21 и 19 домом умерла женщина. Сотрудников. Сотрудников, что не будем. Уважаемые читатели, всем еще раз добрый день. Мы работаем в Киеве на бульваре ВАЗ Влагавала 21-19. Между домами погибла пожилая женщина, просто шла посреди дороги, потеряла сознание, упала, и смерть наступила мгновенно. Медики скорой уже ничем не помочь не могли. Работает на месте полиция, работает опергруппа, и только что с места отъехала скорая. Будьте, друзья, аккуратны, осторожны, оцените жизнь. Пожалуйста, никогда не нарушайте правила дорожного движения. И всегда помните, что человеческая жизнь очень хрупкая, которая может оборваться в любой момент. Всем удачи, подписывайтесь на наш канал в Ютубе, на каналы в Инстаграме, в Фейсбуке и добавляйте друзей в наши чаты. Всем удачи, до связи.